Как повяжешь галстук, береги его. Эти слова помнит любой советский школьник. Сейчас пионером становится далеко не каждый ученик. Слова клятвы красных галстуков стали другими. Но одно осталось неизменным. По-прежнему прием в пионеры – это настоящее торжественное мероприятие. Это праздник. Ребята, собравшиеся на торжественной линейке, которая проходила на главной площади города, волновались и с нетерпением ждали торжественного момента. Пионеры – это такие люди, которые всегда первые. Они помогают всем. Они помогают ветеранам, всем-всем. С праздником, днем рождения Ленина и вступлением в пионеры школьников поздравили ветераны и представители городской власти. Пионер – это первый, пионер – это лучший. Поэтому надеемся, что сегодня здесь вы лучшие из лучших. Те, кто показывает пример своим одноклассникам, младшим ребятам, как надо учиться, как надо трудиться, то есть быть первым. 150 димитровградских школьников произнесли слова пионерской клятвы. Клянусь! Клянусь! Красные галстуки ребятам повязали почетные гости праздника – ветераны и бывшие пионеры. Татьяна Лисеева, Виталий Немов, новости Димитровграда.